Маркс, британский проект? Тогда какого черта 70 лет мы были страной, с которой сался и завидовал весь мир? Британцы запустили проект, благодаря которому появился СССР с целью уничтожить Россию. И британцы же разрушили СССР с целью уничтожить Россию. Ну, справочно. Вот площадь территории России с развалом Советского Союза, с развалом Российской империи уменьшилась. Вот нашей земли стало меньше. А потом, когда Советский Союз разрушили, нашей земли еще меньше стало. Если вы этого не понимаете. Вот это элементарные, вот это конкретные факты. Карту глядите там. Российская империя, потом глядите Советский Союз, потом глядите Россия сегодня. Границы значительно уменьшились. Это и есть цель уничтожения России. Нормально. Сокращение площади проживания. А то, что Марс британский проект, если вы не верите, ну зайдите в исторические документы, посмотрите, что за трудность-то такая. Зайдите хотя бы в вашу Википедию, раз она под рукой. Посмотрите, где осуществлялась деятельность Маркса. Как Энгельс его пригласил в Лондон. Где ждало конкретное сообщество, которое сразу приняло Маркса своим духовным лидером. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Вы не знаете такую песню? Вот это вот постанова. Обычная британская постанова. Для чего нужен этот бред вообще марксистский? Для того, чтобы никогда не наступил настоящий социализм. Для этого дается обманка построения социализма. Навешивается этот коммунистический это, и вы его никогда не построите, обманный этот социализм. Будет коммунизму к этому стремиться, дергаться, а его не построите. На самом деле, все осуществляется это просто. Вводится конкретный налог на капитал. Весь капитал делается очным персональным и вводится на него налог. Вот каждый год 1% капитала, вот доля в фирме переводится в общественный фонд. Вот было 100% фирмы, да? 1% каждый год переводится в общественный фонд. Из этого общественного фонда потом будет формироваться распределение по гражданам страны, да? Второй год, вот 30 лет человек позанимался, вот 30% перешло в фонд. Ему осталось 70, да? Дальше, по наследованию от любого объекта 30%, третья часть 33% передается в общественный фонд. Вот это социализм. Это и позволяет и не убивать бизнес, да? Потому что есть акции общественного фонда, да? Это никак не уничтожает предприятие. Оно может развиваться, да, человек может не убегать из страны, он может здесь развиваться. И забота о общем социальном состоянии в стране. Это вот единственный способ, но вы не режете корову, которая дает золотое молоко. Просто лишая налог. Дальше законодательство, удаляющее всех олигархов, любые возможности финансового влияния на политическую систему в стране. Вот захотел влиять, тебя взяли, получите. Удаляется законодательно это все, жестко регулируется. Все, два фактора. Один – это налогообложение плюс персонализация, да, или считайте отдельно персонализация. Капитал вот должно быть собственность Петрова или Кюхельбекера собственность. Это должно быть конкретный собственник в конечном реестре представлен. Если собственник не представлен, тогда налог сразу делается 70% на любую деятельность. Ну, не 70, но какой-то делается налог, чтобы было неповадно заниматься бизнесом в таких условиях. Легальный налог, пожалуйста. И это решает все проблемы. Вместо этого вам говорят, вам не надо собирать налоги. Вам не надо социальные фонды наполнять. Вам надо биться с собой, вырезать себя половину населения, достигнуть справедливости. Плюс голодоморы, плюс мы вам дебилов военных пришлем, да? Вам говорят, убивайте сами себя, но этого не делайте. Это сделали британцы, или через британцев, для того, чтобы вы никогда не ввели вот эти налоги на их капиталы. Если вы легализуете вашу территорию для вот этого налога, и, допустим, Китай легализует, Индия, да, большинство стран, ну, большинство населения на планете, то все.
Им негде будет со своим капиталом метаться. Когда они захотят к вам зайти, у них жесткие правила. Покажи свою персонификацию, получи наш налог. Все. Если ты жульничаешь, то у тебя национализация. Если ты пошел влиять на власть, у тебя национализация. Все. Нормальная схема. Виктор немножко не помнил с налогами. Ну, то есть, вот 1%, потом 2%, и вот это вот. Это в рамках налогов, то есть, там, 2% общей прибыли? Там. Не прибыли, собственно, все предприятия. Прибыль отдельно облагается по схемам. Просто был скифский налог, да, раньше, когда вождь там или царь погибал, там часть получала войско, часть получала семья. Я подробности сейчас на вскидку не могу, но там была вот эта вот система, которая распределяла по смерти. Ну вот смотри, вот остается, что получается с бизнесом, какие проблемы. Проблема, бизнес утрачивает на втором и третьем поколении, утрачивает свою эффективность, да? Потому что нет того управления исходного, как есть. Но смотри, часть собственности, вот есть 100% акций предприятия. Если 1% акций каждый год будет переходить народу, ну, через какой-то общественный фонд, то народ будет заинтересован, да, в поддержании этого предприятия. Пусть на нашей территории живет это предприятие. BMW по такой схеме, пусть, пожалуйста, выпускает у нас автомобили, да. За 30 лет вот это 30% стоимости этого предприятия, расположенного на нашей территории, станет народом, да. Там дальше уже государство будут чиновники определять, в форме дивидендов будет поступать это в бюджет, да, на социальные нужды или будет продаваться. Я к чему? В таком случае для собственника, насколько я понимаю, там, через те же там, 60-70 лет, ну, по сути, через 51 он утрачивает свой какой-то контрольный голос. Так, если я правильно. Ну, эта схема нормально, спокойно, она регулируется, да? Ну вот смотри. У него вот давай первый год посмотрим, что происходит в течение каждого года. Вот у тебя 1% акций передается в фонд. Тебе является это основанием не работать? Ну, я говорю, ты работаешь 50 лет вообще, ну как ты главный. Посмотри. Больше 30 лет никто не работает объективно. Как человек. Ну вот смотри, он потрудился 15 лет и пошел заниматься своими делами, выдохся там, или 30 лет он поработал. А для него понятная схема, он в этой схеме может работать, в этом государстве. Его бизнес это не уничтожает. Это дает возможность. Это в рамках одного поколения просто, а если на долгосрочную перспективу. Ну вот смотри, наследники, да, вот у тебя получили предприятие, есть там какой-то процент государственный и так далее, и так прочее. И часть просто перешла в этот же фонд. Все. Что плохого? Что не 100% досталось наследникам? Но если вы хотите социализм получать, то надо где-то просто брать. Ну, не знаю, такая мысль о том, что должен быть какой-то фиксированный процент максимальной передачи в общественную собственность. Это не обязательно. Это не обязательно. Ну, там какие-то бюджетные правила, их можно просто по стратегии, вообще по практике посмотреть, по практике применения. И вот есть процент, выгодно делать так-то, допустим. Выставлять там вот от полученных 30 по наследованию 15, выставлять на продажу, тогда зайдут капиталовливания, да. Различные варианты есть. Но сама схема – это рабочая схема. Эта схема позволяет не убивать себя, а обложить. Обложить бизнес и не убивать курицу, несущую золотые яйца. Это лучше коммунизма, в 10 раз. Это единственный возможный способ развития. Это что угодно лучше коммунизма, здесь как-то даже спорить нечего. Нет, я о чем? О том, что, ну, условно говоря, там, ну, 30 лет отработал там организатор предприятия, ага. Вот, соответственно, у него уже 70% там, акций, ага. Условно. Через, ну, там, он передает наследнику, в случае там каких-то особых правил еще 15% отваливается. Через 5 лет он теряет уже 50%, по сути, своего предприятия. Ну, почему через 5? Ну, если там, допустим, 15 при передаче мы отдали, я просто условно вот, какие-то правила сейчас ввожу. Вот, 50% он уже не акций у него, 50% у фонда. Да, фонда, у общества. Вот, соответственно, там, еще год, и он уже, ну, по сути, не может ничего самостоятельно принимать. Ну, общественный фонд, да, представляющий интересы нашего государства.
есть все равно управление предприятия и есть общественный фонд, с которым вы можете решать вопросы. Вопросы какие? Вопросы касательно дивидендов, да? Выплат каких-то, развития предприятия. Это все, ну, если это принадлежит государству, это не значит, что какой-то псих сидит на этих процентах, которые мешают работать предприятию. Адекватные ребята, туда можно ставить тоже адекватных менеджеров, которые могут всем этим управлять, долей, социальной долей в пакетах предприятий по всей стране. Это элементарно, осуществляется эта работа. Сильный собственник, ну, допустим, пришел там какой-нибудь Вася Пупкин, ага. Вот, он гениальный бизнесмен, он бы вытянул все, что угодно, но у него нет решающего голоса, он не может повлиять на, ну, там, какого-то там... Вот, да, давай, вот решающий голос, допустим, какой нужен, вывести капитал за рубеж весь, тебе не даст общественный фонд. Ну, это так. Не, ну, там сделать какой-то рискованный вход, вложиться во что-то, в какую-то новую разработку, которая стрельнет, он уверен, что это стрельнет, но ему это не дадут сделать. Давай так, у тебя на первом собственнике у тебя 30, да? На втором, ну, 60, ну, цифры можно регулировать, сам принцип. Сам принцип. Да, это будет элемент сдерживания какой-то. Сам принцип, ну, эту систему можно настроить. Эту систему можно настроить. Ну, вот просто в таком случае, вот, в моем понимании, нужно оставлять хотя бы 51 собственнику, который изначально это все сделал. 51, вот смотри, общественный фонд – это тоже собственник. Почему мы по умолчанию записываем наш общественный фонд в идиоты, которые мешают развиваться предприятию? Просто здесь получается как раз вот эта вот система коммунизма, что это наставленные люди, которые могут как быть умными и хорошими, так быть и тупыми и необразованными. Ну, кадровый вопрос. Ну, это прорабатывать. Ну, просто сам путь именно в этом. Ну, вот давай смотри. Во-первых, у тебя уже 50 лет, там 30 лет, да? У тебя уже 30 лет система работала, кормила народ, предприятие работало 30 лет уже, да? Мы видим какие-то проблемы на будущее, да, но мы можем как-то с этим соображать, решать. Ну, нормальная вероятность, что если выстроить систему, чтобы предприятия при таком управлении с общественной долей развивались нормально, заложить это все решаемые вопросы. Это не обязательно тупик. Но это система, позволяющая построить социализм реально. Не когда-то, вот просто принимая мер. А, еще следующий момент. Обязательно надо ограничить. Ограничить процент, ну и долю на содержание госаппарата. Вот тут госаппарат, чиновничий аппарат, его финансирование у нас должно быть как бы ограничено там каким-то процентом. 8% от бюджета, 12%. Ну вот это все обоснованные цифры должны быть, но они должны быть. Мы должны ограничить. Потому что вот эту гигантскую бюрократию мы не должны плодить, у нас должны быть чиновники, которые себя отрабатывают. Кто дал право уважаемых патриотов страны называть ничтожеством и британскими агентами? Насколько глубоко вы изучали программу Платошкина и Грудинина? Они не топят за коммунизм в вашем понимании, они говорят о построении социально ориентированного общества. Какой бы человек не был патриот, какими вот благими целями он не руководствовался, если его мышление разрушено, вот, интеллектуально уничтожено, то ничего полезного для государства он сделать не может, он только навредить может. Дураки за справедливость, они могут только навредить. Вот любая программа коммунизма, если база изначально коммунизма, это Карл Маркс, это вредительская программа уничтожения экономики. Программа, которая заставляет вас убивать свой народ, и отставать своей экономикой от стран-конкурентов, то есть на загнивание рассчитано. И вот приходит у вас, неважно кто, Платошкин, Грудинин, кто там еще, у них там есть куча этих вот фанатов коммунизма, и они могут расширять сектор частного собственничества, сужать этот сектор. Это в индивидуальном порядке, у них именно в идеологии написано, что общественная собственность на средства производства – это тупик. Это тупик. Понятно, что в любом государстве, неважно какого, коммунистическое, оно не коммунистическое, у вас должна быть госсобственность по ключевым позициям, по ключевым направлениям, на критически важных предприятиях. Но дальше сама экономика должна ехать на неидеологизированных рельсах. Как вы только начинаете ставить вот эти капканы, идеологические фильтры,
на экономику, вы превращаете свою страну в загнивающий объект, потенциально загнивающий объект. И если люди этого не поняли на стартовом этапе и продолжают топить за коммунизм, это вредители. Пример Китая, где компания регулирует, главное стимулирует частные предприятия. Пример Китая, он как раз и показательный, как коммунистическое управление отказалось от коммунистической формы собственности. У них осталось только политическую систему поменять, а саму экономику они поменяли. Они полностью отказались от коммунистической экономики. Так вопрос, если вы топите не за коммунистическую экономику, зачем обманываете людей? Зачем вы за коммунистическую партию в нашей стране топите? По-прежнему остается все прежним. Коммунисты – это враги нашей страны. Они враги по слабоумию. Это британская идеология, внедренная для сдерживания нашего общества. И она так, такой и остается. Если, ну да, рассматриваем социализм на рыночной экономике, ну, скажем, в рамках модели, если организовать не передачу в общественную собственность, ну, там, предприятий и так далее, а, допустим, облагать каким-то, ну, достаточно большим количеством налогов по проценту в год, увеличивать... Просто тогда и у организатора есть время на развитие самого предприятия. Вот, и... вот смотри, пожалуйста, что происходит, когда ты облагаешь налогом? Ты непосредственно перекрываешь краник на развитие в данный момент. Когда ты ставишь собственность, переход собственности, доли предприятия, ты что делаешь? Ты краник не перекрываешь. Человек может, вот началось, первый год работы, 1% передался в фонд. Что, это затруднило как-то деятельность предприятия? Никак не затруднило, правильно? Оно продолжает также работать. Но уже соблюдены интересы граждан этой страны. Социальная страховка на будущее. Часть собственности становится в этой схеме. То есть, это другой механизм регулирования. Он не заставляет тебя каждый месяц что-то платить. Дальше, у тебя продолжается жизнь, и второй год то же самое. Ты это никак не ощущаешь, это не бьет по развитию твоего предприятия, ничего. А когда погибает собственник, там уже... Просто здесь два момента. Один это то, что, ну, условно, вы просто об этом как-то заикнулись на тему того, что есть отдельная передача в общественную собственность, есть отдельное налогообложение вот этого предприятия. То есть налоги все равно присутствуют, да. Но при этом еще и передача вот этого... Да, налоги как раз... Это система регулирования, позволяющая бизнесу либо держаться в этой стране, либо из нее сваливать. Потому что если невыносимые налоговые условия, бизнес перестает развиваться. Вот эти вот налоговые условия в стране, частные налоги, они должны как раз грамотными специалистами на уровне правительства определяться и дальше утверждаться и так далее. Это система. Но налоги – это связано с решением каких-то частных задач государства. Это не связано с социальной справедливостью. Социальная справедливость – это именно возникновение фондов, позволяющих и прямо направленных на решение социальных проблем, и возникновение фондов, позволяющих решать эти социальные задачи на будущее. А когда вы эти фонды не создаете, то, собственно, вам и решать это все сложнее. И теперь второй момент. Условно, не знаю, для примера, этот завод разоряется резко. Mm-hmm. Та часть, которая была в общественном, ну, в общественной собственности, соответственно, mm-hmm. она также обесценивается, как и у изначального собственника. Ну, она также обесценивается, смысл. Вот смотри, на всем этом протяжении, если у тебя появился, допустим, собственник, вот там через 5 лет, через 10 лет, вот 10% собственника, да, вот у вас появились дивиденды какие-то с предприятия. Вот 90% получил собственник изготовления ножей, а 10% этих дивидендов ушли в социальный фонд, который за эти 10 лет накопил 10% собственности в этом предприятии. Это же тоже источник дохода? Нет, я прекрасно понимаю, что это источник дохода, просто я к тому, что, допустим, с помощью... Вот если предприятие обанкротится, но и так обанкротится. Обеспечивает безопасность социальную какой-то там группе людей. Вот. У нас одна группа людей, у нас единственная группа людей.
Жители нашей страны, граждане нашей страны. Какую-то часть граждан нашей страны, вот этих финансов с этого завода нам хватит вот на обеспечение, не знаю, в этом городе конкретных бабушек. Это в единый, вот у нас вот вещи, у нас налог на недра должен поступать в специальный социальный фонд. У нас вот эти вот доходы вторичные должны поступать в социальный фонд. У нас у каждого гражданина в стране должен быть номерной счет, где 3 раза в год или 4 раза в год, 2 раза в год поступают средства от оборота недр, от этого налога на недр, на каждый счет. Эта цифра должна регламентироваться так, чтобы у нас не совсем затопить человека, чтобы он не утратил желание двигаться, развиваться и работать, трудиться, но... Какая-то цифра должна быть ощутимая, вот с этих налогов должна поступать. Это надо определять на уровне правительства, это все должно быть сделано. Это все снимает социальную напряженность, это превращает нас в социальное государство. Ну и здесь все, я понял, как эта система должна работать. Я просто был уверен, что конкретная часть завода отдается какой-то конкретной части общества. Вот в этом. Нет, это общий государственный фонд. Нельзя здесь делиться этот завод Астраханской области, этот Камчатки. Это нельзя делать. Это общий социальный фонд граждан нашей страны. И граждане нашей страны будут знать, что все здесь в этой стране, оно так или иначе работает на нас, на людей нашей страны. Эта схема, это вот единственная схема адекватного социализма, которую можно применить. А эти коммунистические банки выкидывать, это невозможно. Это лютая подмена направления, из-за которого столько крови пролито по разным континентам. Я еще поизучаю вопрос, с точки зрения экономики, посчитаю по процентам немножко, потому что все-таки вот... 30 грубо? 30 грубо? Нет, 30 это нормально, я вот 45-49 это вот максимум, больше 50 просто отбирать нельзя. Ну вот у меня вот такое вот почему-то идет. Ну вот смотри, это надо по уровню капитализации, по большие и малые предприятия. Вот есть предприятия, у которых там вообще все собственники мелкие, да? Есть нормальный менеджер, который этим управляет. Там, это рабочая схема. Нет, просто если мы придаем какой-то. Мы создаем организацию в нашей стране, которая называется там общественный фонд. Вот. И раз в год передаем какую-то часть предприятия в этот общественный фонд. Акции предприятия. По сути, часть предприятия. Смысл в том, что общественный фонд в какой-то момент становится более весомым голосом, чем сам собственник. Вот. И в этом случае, даже если собственник будет предлагать здравые идеи, а я не знаю, он поссорился с этим общественным фондом, там вот 2-3 человека будет за него решать, который глава общественного фонда, если он этим лично будет заниматься, он сможет шашку махнуть и сказать: собственник, ты это. Ну, это так же на уровне арбитража в рамках фонда, там это все решается. Я думаю, это все решаемые вопросы. Это вот обычные рабочие моменты, которые на уровне правительства решаются. Не, просто... Делается максимально открытая схема. Мы к этому идем, в принципе. Вот мы идем к тому, что у нас скоро налогообложение будет открытое, которое невозможно утаить. Все будет ярко, понятно. Мы судебную систему, возможно, когда-то нарастим, когда она будет альтернативная, когда будет все явно понятно, где субъективный фактор не будет влиять на принятие решения. Ну, минимизировано это будет. Я думаю, это выстраиваемая система. И опять же, мы же когда считали проценты, у нас вот, допустим, 30% перешло там в собственность государства. У нас дальше-то остается, у нас же третья часть срезается не от 100%, а там от того, что осталось от 70%, третья часть. Это же уже другой процент. Там уже меньше получается. Ну, это детали, это все надо прописывать. Ну, третья часть от 70, это все равно уже у собственника остается 48, 47. Возможно, давай на 2 поколения, допустим, там просчитаем. Просто не факт, что оно остановится на 30, может, оно там на 20%. Не, это понятно, началось. 20, и там 20, 40, и осталось на втором поколении. Правильный, так скажем. Оставляет развитие, это общественный фонд, который будет, ну, по сути, держателем акций, но при этом он будет распределять эти акции, ну, там, равномерно между собственниками общественного фонда. Ну, вот так вот.
То есть между гражданами страны? Нет, акции не распространяются между гражданами. Доходы фонда распространяются на счета граждан. Я к чему? К тому, чтобы акции не были у одного держателя. Не находились, и тогда, по сути, вес этого голоса не будет настолько весом, как вес голоса собственника. Ну, предлагаешь дробить на трех... Да. Хорошее предложение. Да, нет, на трех и... субъектов внутри фонда. Ну, допустим. Да, обязательно. Да. 25% от 30 тысяч поколений. Да, управление. Ты очень хорошую схему сейчас озвучил. Да, если внутри фонда будет... не всем пакетом управляет один чиновник, а на каждый пакет там, из 10% находится чиновник на радикальное решение, или там из 5% свой чиновник, и они решают, да, коллективный голос, да. Вот варианты находятся. Ну, просто вот в таком варианте я могу принять. Молодец, мне нравится вообще. Ход твоей мысли прям хороший.